В условиях, когда опасная инфекция повсеместно постучалась в дома дагестанцев и пришла почти в каждую третью семью в республике, очень важно знать, каким мерам стоит прибегнуть в первую очередь, чтобы одолеть болезнь. Какова профилактика коварного заболевания и что надо делать, чтобы болезнь протекала в легкой форме? Отвечает на эти вопросы главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения республики Елена Арбулиева. Не надо паниковать. Дело в том, что вот эти симптомы, они могут быть и при обычной банальной простуде, при ангине, при каких-то других заболеваниях. Поэтому меры в принципе те же самые. Это соблюдение режима. Изоляция, желательно самоизоляция, если вы живете в доме, где пожилые люди, где дети, конечно, желательно дистанцироваться от них, там в отдельной комнате изолироваться. И обычная наша тактика, как говорят бабушкины все рецепты, обильное питье горячее, соблюдение гигиены и при высокой температуре обычно все бегут принимать жаропонижающие. Вообще у нас у инфекционистов всегда такое правило. Если человек достаточно адекватно переносит температуру 38, 38,5, то есть это человек среднего возраста, это не ребенок, у которого могут быть судорожные, так сказать, проявления, это не пожилой человек там, с заболеванием сердечно-сосудистой системы, температуру желательно не сбивать, поскольку в любом случае температура – это защитная реакция, которая способствует выработке интерферона на достаточно высоком уровне. А интерферон – это противовирусный белок. Ну и сами вирусы, как правило, при высокой температуре, они чувствуют себя не очень-то хорошо, быстрее погибают. Поэтому температура, она имеет как бы так двоякое такое свойство. Еще раз хочу напомнить, что инфекция достаточно коварная. Она иногда начинается так очень исподволь, с низкой температуры, слабости, а потом могут развиваться дополнительные симптомы. Поэтому обращение к врачу, к участковому врачу обязательно, а он уже дальше будет решать, какова дальнейшая тактика ведения. Что касается профилактики, то врач напоминает, что главное средство борьбы с распространением инфекции – следование режиму самоизоляции, а также ношение масок и сохранение социальной дистанции.